Сегодня малышам 3 месяца. Они здоровы, привиты. Возраст замечательный для воспитания и обучения. Милые, озорные. Любой из них станет вашим другом или компаньоном. У них еще нет имен, но это не важно. Важно, что есть такие замечательные, озорные малыши, которым нужен дом. Выбирайте: мальчики в желтых бабочках, а девочки в розовых. Берите щенков из приюта. Им так нужна наша забота и любовь. А уж как они отплатят своей преданностью и любовью. А пока вы думаете и выбираете, пожалуйста, помогите нам их прокормить. Так, сегодня мы снимаем щенков 3-месячных. Кого грязный нос? Так, за неимением аксессуаров у нас будут мальчики желтенькие бабочки, девочки розовенькие, голубые у нас куда-то потерялись. Так, значит, это мальчик у нас 3 месяца, 2 раза привиты. Ну, такие вот классные пацанята. Помет 8 щенков. Сейчас мы их всех отснимем, да? Красавчик. Ты вот такой красавчик. Они очень активные, бесятся, прыгают, когда заходишь в бытовку к ним. Вот такие вот. Ну, немножечко здесь, конечно, в напряжении, потому что страшно. Потому что нас куда-то вынесли, и мы такие грязнули. Братец, тоже мальчик, брат первого. Вот такой забавный, прикольный, расцветки пацаненок. Чуть-чуть покрупнее, чем этот. Вырастут они где-то, ну, не меньше 50-55. Может быть, даже и больше, кто его знает. Так говорится, что вырастет, то вырастет. Мамы у них нет, поэтому мы не знаем, что вырастет. Ну, видно, что щенки будут не маленькие. Еще один мальчик, еще один брат с этого помета. Вот такие ацероидные все, да, ребятки? Очень классные, гладенькие, красивенькие, шелковые такие, да, пацаны? Один пацан, прям сбор пацанов у нас сегодня, да? Вот такой же похожий пацаненок. Ну, очень красивый мальчик. Мальчишка вот у нас такой, очень красивый, крупненький такой, пушистенький. Прям просто красавчик, да? Ты красавчик? Напоминаю, по 3 месяца щенкам, 2 раза привиты. Такие активные, шелковые, здоровенькие детки. Такой, как дома, да? Скажи, мы хотим все домой.
помета, наконец-то серенькая. Такая девица-красавица. Да? Ты красавица? Она, конечно, чуть поменьше, чем братья. Ну, она девочка. Ей положено. Да, ты такая перепуганная. Очень активные они, прям девки. Это сейчас первая скакала, просто не могла остановиться. Ну, это вроде уши держит, сейчас посмотрим. Тоже чуть поменьше, конечно, она. Девица. Девица-красавица, да? Так, это у нас девочка еще. Вот такая симпатичная. Девчонка из этого же помета. Это у нас щенки из коровки.